Итак, в начале выпуска подробности операции ВВС Ирака, которые обнаружили и атаковали конвой лидера группировки «Исламское государство» Абу-Бакра аль-Багдади. По рассказам пилотов, уцелевшим после бомбежки боевикам удалось увести раненого аль-Багдади, где он сейчас неизвестно, нет данных о его состоянии здоровья, но, по всей видимости, ранения могут быть тяжелыми. В свою очередь, иранское информационное агентство ИРНА сообщает, что в результате атаки погибли 6 его приближенных, включая 3 заместителей и главного пропагандиста группировки. Операцию иракские ВВС провели после получения разведданных о том, что террористы съезжаются на военный совет в городе Аль-Карбелех, который находится всего в 5 километрах от границы Сирии. Бомбардировке, кроме конвоя аль-Багдади, подверглось и место, где предположительно должны были встретиться лидеры боевиков.